Бобо. Ребята, сегодня мы продолжаем играть в Poppy Playtime третью часть. И именно сегодня мы пройдем эту игру до конца и увидим концовочку. Так что можешь поддержать этот видосик лайкосиком и, конечно же, подписаться на канал. Если ты не сделал этого раньше, давай, подпишись! А для всех, кто любит искать пасхалочки, в этом видео я спрятал целых 5 пасхалок в виде кэтнэпа. Попробуй их найти и напиши тайм-код в комментариях. И, возможно, именно твой коммент попадет в следующий видосик. А сейчас хватай вкусняшки! И мы продолжаем! Ну что, гу, посмотрим, что нас ждет в плейхаусе. Не продолжайте. Опа, а сюда написано лучше не входить. Но у нас другой дороги нет, так что полный вперед. О, улыбяка, иди откуда пришел. А то я не думаю, что вы обниматься бежите. А для того, чтобы мы сейчас выполнили задание и прошли дальше, у нас есть пистик рука с 5 зарядами. Это, кстати, нужно учитывать. О, еще один. И нам вот сюда. В темноту, конечно же. Но с помощью руки у нас всегда есть свет. Так, тут нам нужно быть начеку. Эй, Буба! Слон, лучше беги! Так, а кто это сзади? Фух, показалось! Ну что, гу, вперед, пробежимся! А я, походу, всех улыбяк распугал. Пока бежал, ни одной, кстати, не встретил. Опа! Вспомни! Они что, меня понимают? Я думал, нет. Ой, еще два! Давайте-ка и вы назад! А мы вперед! А, нет, нам тоже нужно назад. Чё-то я тут запутался вообще. Так, проход вот тут. Спускаемся вниз. Спускаемся! Блин, я чё, застрял, что ли? Сейчас попробуем спиной. Ну же! Фух, получилось! Не хватало мне еще в этом тоннеле застрять. А тут темновато. Но мы это исправим. Вот интересно, чего мелкие улыбяки, а точнее улыбающиеся зверьки, тут делают в темноте? Я думал, что они миленькие, добренькие, но оказывается, они очень стрёмные. Я вот думаю, это Кэтнэп постарался. Ребят, а вы что думаете? Напишите в комментах. А мы гоу в следующий тоннель. Пробежимся наверх. Погнали! А мы на месте. Именно отсюда мы и будем убегать. Улыбяка! Уже хотел напрыгнуть! Лучше держитесь от меня подальше. И сейчас посмотрим, куда нам бежать. Слышите? Кто-то рядом. Очень! Эй, уходи! Фух! Пронесло! Но ненадолго, так как смотрю, тут их собирается все больше и больше. Ща мы всех распугаем. Так, наша задача добраться до этой кнопки. Так что вперед! Почти допрыгнули. Мелкие, лучше валите. Эй, а вы что тут на кнопке залипли? Так, поднимаемся наверх. Ах ты, хитрюга! Брось, я сказал! Все, кажись, всех разогнали. И сейчас можно спокойненько переместить ящик на кнопку и активировать ее. Готово! Так, смотрю, нас уже поджидают внизу. Мелкие, вот вам света. Че в темноте-то лазить? О, а это что за попрыгунчик? Ха-ха! Он, походу, подвис. Так, сейчас наша задача перебежать на противоположную сторону. Там такая же будет кнопка. Ну что, погнали! Фух, добрались! Сейчас нужно скинуть и тут ящик на кнопку. И таким образом мы активируем ее. Поправим. Ну супер! Все, мы активировали питание. И сейчас нам нужно добраться вон туда. Ну что, гоу! Все, мы на месте. Хм, что-то улыбяки притихли. Походу уже смирились, что мы убежим от них. Сейчас становимся вот сюда и жмякаем на кнопку впереди. И нас перенесут к двери. Ну что, покеда, мелкие улыбяки. Было прикольно с вами побегать, но без вас лучше. Так что гоу вниз, посмотрим, куда нас дальше занесет. Чего? Мы что, в тупик добежали? Да ладно! О, пеклопес! Ты ангел Поппи! Ты пришел, чтобы спасти нас! Эх, больше нечего спасать, только не здесь! Ты в доме кошачьего сна, ангел! В их доме! Понял? Сейчас на тебя устремлены миллионы пар глаз! Наблюдающих, ждущих, голодных. Они ничего так не хотят, как забраться тебе под кожу и разъедать тебя понемногу. Заполнить то, что кажется пустым внутри них самих. Это штука Кэтнэпа. Прототип является и его бог. И вот что он делает с еретиками. Эти маленькие игрушки следуют за Кэтнэпом, чтобы избежать именно такой участи. А взамен их кормят. Мы пытались бороться с этим, с контролем прототипа. Я последняя из улыбающихся созданий. Послушай меня, тебе нужно убираться из этого места. Я знаю, ты отдохни, побереги силы. Ты должен жить. Вы с папой можете это исправить. Положи конец этому безумию, мучениям! Ох, нет, 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 нет! Стой, я могу тебе помочь! Оставь меня, прошу! Эй, вы что творите, мелкие? Беги! Окей, окей, я сваливаю! А дверь-то закрыли, пока мы с тобой болтали? Пеклопес,
Ты там как? Вижу, ты еще тот живчик. О, понял. Улыбяки захватили Пеклопеса. И он сейчас под их контролем. Так что бежим быстрее отсюда. Быстрее! Стой! Мы не договорили. Ага, чё? Мы как раз уже поболтали. Ты мне зубы не заговаривай. И я-то знаю, что ты. Это не ты. Когда голоден. Так, бежим. Блин, какой тут туннель длинный. А, слышу, он нас догоняет. Так что бежим быстрее. Но у меня так не получается. Фух. Кажись, оторвались. Но не расслабляемся, а то нам будет тут же хана. Еще чуток. Стой! Ни за что! Вот это классная была горочка. Я бы еще покатался, если бы за мной не гнался этот пеклопес. Так, осталось еще чуть-чуть. О, вижу лифт. Ускоряемся и прыжок. Еее, мы это сделали. Победа, пеклопес. Устроил ты нам, конечно, жаришку в этом туннеле. Или это еще не все? Так, лучше не останавливаться. И нам надо... Конечно же, вот в эту трубу. Ну что, го прокатимся с ветерком. Йуху! Эй, ты в порядке? Ну, вроде бы да. Никаких ушибов или потерянных частей тела нет? Все, Оли, не переживай. Я действительно рад, что с тобой все в порядке. Я больше не хочу терять друзей из этого места. Эй, а ты видел святилище? Наверное. Кэпнэп сделал это для прототипа. Это было до того, как Кэпнэп, но превратился в Кэпнэпа. Я думаю, произошел какой-то довольно серьезный несчастный случай. Он чуть не погиб, но говорят, что прототип спас ему жизнь. Оли, это очень интересно. Ну давай-ка сюда ключ. О, спасибо. Ну что, гоу на следующую локацию. В офис, погнали. Так, а нам вот сюда. Заходим-ка. А Оли, слышу, там все болтает и болтает. Прям не остановить. Оли, ты тут? И тишина. А, видимо, нет. Ну что, значит, нужно приступать к следующему испытанию. И мы берем батарейку и ставим ее вот сюда, в спот. Отлично, двери открылись. Тут пока все легко. Прихватим ее, кстати, с собой. Думаю, она нам еще пригодится. О, пригодилась. Ставим ее вот сюда. Отлично, мы открыли следующие двери. Ну что, как двери открывать в офисе? Нам тут уже понятно. Так что вперед. О, вижу, мы на правильном пути. Где пострашнее, нам и туда. Я уже привык. Такс, а тут рука не активирована. А это значит, что нам нужно ее активировать, чтобы пройти дальше. Поднимаемся наверх. И сейчас нам нужно решить головоломку, чтобы пройти дальше. Ну что, гоу-то сделаем. Опустили лифт, и ща можем пройти дальше. Ну что, попрыгали, как попрыгунчики. А вот и красная дверька. Значит, нам сюда. Чего? Мы вернулись в офис? Ау! Есть кто живой? Видимо, тут никого нет. Так, дверь закрыта. Значит, нам нужно найти ключ, чтобы ее открыть. Ребята, а кто с персонажей этой главы вам нравится больше всего? Напишите в комментах. Забираем ключ и возвращаемся к двери. Проход открыт. И снова в офис. Но вот очень много тут перебежек. Я бы сократил, ну, прям наполовину. Но придется еще побегать. Так что погнали. Надеваем маску. Видно, Кэпнэп тут надымил, что ничего вообще не видно. Так, тут нужно осмотреться. И для начала сделаем мы чуть-чуть посветлее. Вот так-то лучше. И сейчас можно приступить к выполнению задания, чтобы выбраться отсюда наконец-таки. О, забираем батарейку. Вот это класс! Без этих рук нам вообще тут было бы очень сложно. Так, и тут где-то Energy. Открываем и забираем. Сейчас переносим его в щиток. Готово! И так нужно проделать несколько раз. Ну все готово! Мы открыли проход, так что гоу вперед! Так, а тут нас ждет еще одно испытание. И первым делом нам нужно найти что? Конечно же, батарейку. Вот она. Забираем. О, что-то новенькое. Она была в ящике, и мы ее разбили. Прикольно. Ставим эту батарейку вот сюда. И тут нас ждет еще одна батарейка. И тоже, кстати, в ящике. Заберем ее. И первую тоже. Так как нам нужны будут две батарейки. Сейчас нам нужно подняться наверх. Но чтобы туда подняться, нужно опустить лифт. Так, осмотримся. Ага, тут все выставлено вроде правильно. Нужно только опустить рычаг. О, класс. Лифт опускается. То, что нужно. Сейчас закидываем батарейку в лифт. Я, походу, перестарался. Блин, я чё, закинула её за лифт? А ща не понимаю.
сказали ее назад перекинуть. Ой-ой-ой-ой, я походу влип. Так, давайте-ка попробуем вытянуть ее. Ох! И что вы думаете? Сколько бы я ни пытался, ничегошеньки не вышло. Печалька, конечно. Но у меня появилась идея, как ее можно оттуда достать. И первым делом нам нужно активировать питание, чтобы подняться наверх. Готово! Эй, а ты куда убегаешь? Иди-ка сюда! У меня с руки батарейка выпала. А вот тут мы должны подняться наверх. Ну что, попрыгали? Ставим первую батарейку и нужно достать вторую, которая у нас застряла, блин. Вот если бы я ее не закинул, то можно было ее поднять просто на лифту. А так придется сделать это вручную. Я надеюсь, у меня это получится. Так, с одной рукой что-то не получается. Ну ничего, подключаем вторую руку. О, пошла, пошла, родненькая! Есть, мы это сделали! И, кстати, почти ее скинули. Так, сейчас нужно ее сбросить, чтобы освободить от этого ящика. Получилось! Класс! Забираем батарейку! Эй, а ты чё не берёшься-то, а? Я уже обрадовался, что мы так быстро всё сделали, а тут на тебе, не берётся! И сейчас ставим её в спот, и нужно поднять ворота, конечно же, решив очередную головоломку. Ну что, сделаем это. Получилось! Проход открыт! Сколько тут пара? Мы чего, идем в баньку? Надеюсь, нас тут парить никто не будет. Ну что, погнали! Блин, сколько тут дыма! Ничего ж не видно! Но пистик рука – это наша выручалочка от темноты. Так, посмотрим, что тут. Тут ничего. А тут вообще закрыто. Но есть спот для батарейки. Значит, ищем батарейку. О, вот она! Забираем! Ну, наконец-таки! Го ее поставим! А ты тут откуда? Капец, он забрал у меня маску! Я ща, походу, отрублюсь. Ой, башка жгудит. Оставайся в игровом доме. Я приду за тобой. Спасибо, Кэп, за предложение, но я, пожалуй, побегу отсюда, чтобы ты опять не выскочил из-за угла какого, ну или потолка. Так, где ж тут батарейка была? Вот она. Быренько забираем. Да берись же ты! Да неужели в самом деле? Все, го отсюда! Мы тут все сделали. Да еще с Кэпнапом повидались. Так что погнали. Так, а ща быстренько прихватим тут провод и затянем его на базу. Все, провод у нас. Погнали. Провод на месте. Оли, давай ключик. О, спасибо. Так, этот ключ у нас от щитка с цветком. И там тоже провод. Так что го туда. О, вот и щиток с цветочком. Открываем. И тут забираем провод. И сейчас тоже его нужно затянуть на базу. Погнали! Все сделали! Ладно, этой мощности должно хватить! Теперь отнеси эту огромную батарейку в зону добычи газа! Окей, Оли, задание понял! Погнали! Так, мы на месте. И сейчас наша задача активировать эту гигантскую машину. И первым делом нужно поставить батарейку. Вот эту, что нам дал Оли. Нет, нет, ты не можешь этого сделать! Я тебе не позволю! Лучше поспи! Кэп, не хочу я спать! Да отвали ты со своим сном! Пристал! Так, валим, валим отсюда! Так-так, а куда это Кэп подевался? Он чё, походу, сам уснул? А, что с тобой стало? Одни кожа до кости остались! Так, Кэп, отвали от меня! Эй, брысь, котяра! Нет, я тебя не отпущу! Готовься к схватке! О, понял. Ща нас ждет веселуха! Ну что, гу наверх! Кэп, ты тут? Вроде бы нет, но это пока что. Так, у нас тут будет испытание с Кэпнэпом, а точнее схватка. Так, ща нам нужно поставить батарейки в пустые споты, чтобы активировать питание. Одну ставим вот сюда. О, вот еще одна, и ее поставим. Да, кстати, этот спот очень важный, так как отсюда мы будем брать энерджи. Открываем решеточку и забираем вот еще одну батарейку. И ставим ее вот сюда. Все, мы запустили систему. Сейчас нужно включить питание наверху. Меняем руку на зеленую. Именно ей мы берем энерджи. Сейчас переносим его вот сюда. Все, процесс пошел. Ставим первую батарейку на зарядку. И время у нас пошло. Нам тут нужно будет подзарядить 4 батарейки. И тем временем котяру отгонять с помощью газа. Ну или пара. Так что нужно всегда следить за этими проходами. Так, вижу, пока он к нам не планирует идти. О, идет по левому проходу. Прыгаем наверх. Меняем руку на зеленую и переносим энерджи. Быстренько!
получилось! Пар идет! Значит, кошару мы прогнали. Но, возможно, это ненадолго. О, опять идет по левому проходу. Делаем все то же самое. Тут главное успеть, чтобы он до нас не дошел. О, слышу, открылся второй спот. Значит, нужно перенести следующую батарейку. Но не сейчас. Нам кошара не дает. Идет сюда. Так, быстренько прогоняем его. Фух, успели. А это волнительно. Так, смотрю, проходы вроде свободны. Чего? Он опять идет? Да хорош, Кэп, тут медом не намазано. Быстренько прогоняем его. Получилось. И сейчас берем батарейку. Да, кстати, батарейки можно забирать со всех спотов. Кроме того, что за Energy отвечает. Иначе мы не сможем прогнать Кэпа. Все, вторая батарейка заряжается. И Кэп в правом проходе. Открываем быструю решетку. Берем Energy и переносим ее вот сюда. Ух, успели. А это что за свет? Чего? Это Кэп? Брысь отсюда. Давай, закрываем люк. О, он уже в правом проходе. Нет. Кэп, ты не доберешься до меня. Не сейчас. Давай, бери же. Есть, успели. О, опять в левом проходе. Что-то он зачастил туда. Походу, это его любимый. А мой, кстати, не очень. Так, вторая батарейка почти зарядилась. Так что нужно брать третью. Быстренько ставим. О, смотрю, 89 сек на загрузку. А чё, побыстрее нельзя, что ли? О, опять в левом проходе Кэп. Я смотрю, он ускорился. И нам надо тоже ускориться. Фух, прогнали. И пока тишина. Чувствую перед штурмом. Кэп, ты чё, испытываешь наши нервишки, да? Или боишься? Сюда иди. Правильно, бойся нас. A few moments later. Все, подзарядилась третья батарейка. И Кэп еще быстрее ускорился. Берем четвертую батарейку, кстати, последнюю, и ставим ее. Время 45 сек. Уменьшилось. И это очень-очень радует. Только вот Кэп стал активнее. Бегает туда-сюда, туда-сюда. И мы тоже за ним. Туда-сюда, туда-сюда. Ну все, ты не отвертишься от меня! На! Прототип, ты поможешь мне, я буду свободен! Отсюда, пока еще кто-то не пришел за нами. Я-то думал, что прототип и Кэпнэп заодно. А получается, что нет? Эй, поехали! Хорош стоять! На кнопку ж нужно жмякнуть. Эй, я чего? Потерял зеленую руку? О, хорошо, что фиолетовая осталась. А зеленой нет. Это что получается? Кэп спер у меня руку? Да, надеюсь, она нам пока не понадобится. Так, го, поставим голубую батарейку в спот. Есть! И сигнала нет. Значит, нужно перезапустить машину. Го, это сделаем. Отлично! Процесс запущен. Ждем, пока она перезагрузится. И газ перейдет в третью колбу. Получилось! И дверька открылась. Ну что, го, вперед! Хорошо, что ты здесь! И ты сделал это снова! Это невозможно! Именно так я и знала, что ты это сделаешь! Кэпнэп исчез! Красный дым рассеивается! Все встает на свои места благодаря тебе. Но если мы собираемся продолжать, тогда ты заслуживаешь знать правду. Да ладно, наконец-таки заслужил. Ты вернулся из-за своих коллег. Ты хочешь знать, что произошло и почему? Это наш ответ. Мы называем это часом радости. А оказался час грусти? Поппи, что ты там включаешь? Мульт, что ли? Ага, размечтался. Ну что, мы посмотрим, что там за правда нас ждет. Поппи, а может ты тоже присоединишься? Понял, посмотрю один. Так, усаживаемся поудобнее. Да капец, что такие стулья шаткие тут, а? Придется постоять. Ща напиточка возьмем. Блин, и он не берется. Подумал, все будет как в киношке. Эх,
я понял! Поппи, игрушки нападали на людей? Вот из-за чего все произошло? Поппи, у меня, кстати, есть еще вопросики. Может, ответишь, а? Кэп-нэп побежден. И прототип нам в этом помог. Это очень странно. Скажи, почему? И если так посудить, то почти всех персонажей мы побеждали с помощью прототипа. Я вот не понимаю, он нам помогает или нет? И у меня еще один вопросик. Кто такой Олли? Может, это и есть прототип, а? Поппи, ты че зависла-то, а? Или когда телек идет, ты в отключке? Эх, ну все ясно. Ребята, а как вы думаете, прототип нам помогает или нет? Напишите свое мнение в комментах. Поппи, все, хорош, вырубай. Это неинтересный фильм. Я все понял, да и он еще в плохом качестве. Ну все, закончилось. Гоу на выход. Поппи, а ты че не отлипаешь? Я помню. Как слышала каждое мгновение этого. Это продолжалось так долго. Так мучительно долго. Они пытались спрятаться, убежать, сделать что угодно, лишь бы остаться в живых. Я помню их крики. Что происходит? Почему это случилось? Что это такое? Бессмысленная резня. Вот и все, что было на самом деле. Они убили всех, виновных и невиновных. Это не имело значения. А потом, как только все это закончилось, они стащили всех вниз, там, где их никогда не найдут. И они ели тела, чтобы остаться в живых. Фу! Киси, и ты тут, милашка! Вот почему прототип должен умереть! За все! Киси, я тоже хочу на ручки! Ну, покатай меня, большая черепаха! Эй, Поппи, а ты куда собралась-то, а? Как только мы достигнем дна, мы отправим лифт обратно наверх. Просто держись крепче, хорошо? После тебя! Стой, Поппи, а может Киси с собой возьмем? Смотри, какие у меня длинные руки! Я смогу нажать на этот рычаг издалека! Киси, гоу с нами! Понял, не теряем времени, поехали! Хорошо! Как только мы коснемся земли, нам нужно быть осторожнее. Здесь что-то есть. Сейчас сделаем тут посветлее. Что? Что она делает? Нет, нет, нет! Мы идем, просто держись! Давай, давай, быстрее! Киси! Вот это концовочка! Сейчас думай и гадай, что ж там произошло с Киси. Кто на нее напал? А может, она вообще там застряла? Ничего не понятно. Да уж, заинтриговали. И придется снова ждать, когда выйдет четвертая глава. Но это, думаю, будет еще не скоро. Ребят, а как вы думаете, что там вообще произошло с Киси? Напишите в комментах. И в целом скажу, что мне игра понравилась. Если бы еще меньше перебежек было, то было бы вообще супер. А сейчас время ваших комментариев. Спасибо, мои хорошие, за ваши комменты. И, конечно же, поддержку. Я это очень ценю. А на сегодня это все. Всем пока-пока! До следующего!